как ты это делаешь. Рубрика, в которой мы анализируем игру теннисистов «Сетка Кап» и пытаемся понять, за счет чего они побеждают. Всем привет! Я Яна Михайлик, и сегодня мы узнаем, как это делает Николай Корниенко. Поехали! Чем играет? Основание Butterfly Viscaria, которое очень хорошо подходит для атакующих спортсменов. Достаточно скоростное, но при этом дает мягкий отскок. И с обеих сторон всеми любимые накладки Butterfly Tenergy. С одной 0,5, с другой 64. Стиль игры. Игрок атакующего стиля. Делает упор на мощности вращения, нежели на стабильности. Лично мне такая тактика игры очень нравится. После его первого мощнейшего топса сложно что-то предпринять. Добавить Николаю четкого попадания на стол, и равных ему уж точно не будет. Рейтинг. 48 единиц. Такой внутренний рейтинг Николая Корниенко на Сетка Кап. Зона игры. Основная зона игры средняя. Именно в ней Николаю комфортнее всего делать те самые мощные топсы. Топ-спин – атакующий удар со сверхсильным верхним или боковым вращением. Количество сыгранных матчей. Коля играет на Сетка Кап с момента ее основания. За его плечами 799 матчей, 414 из которых он проиграл, а в 385 одержал победу. Статистика игр. Проанализировав статистику, несложно понять, кто является удобным и неудобным соперником для Коли Корниенко. С большим отрывом в номинации «Самый удобный оппонент» побеждает Анатолий Левшин – 26 против 7 в пользу Николая. Все дело в том, что Коля тренируется с защитниками, поэтому и играть с ними ему комфортно. Еще хорошая статистика побед и поражений с Владиславом Климом – 37 против 29. Одним из самых неудобных соперников является Михаил Желубак. Виной этим проигрышам служит стабильность Миши и его бесконечные подставки, которыми он все возвращает на стол. Статистика соответственная – 7 против 18 в пользу Желубака. Также не радуют показатели с такими игроками, как Вадим Васюк, Владимир Вороненков и Роман Желубак. Выносливость. На среднем уровне, так как на данный момент в его жизни практически полностью отсутствует физическая активность. Сложность подачи. Когда про твою подачу ходят легенды в украинском сообществе настольного тенниса, наверное, это что-то значит. Коронную подачу Николая вы можете увидеть прямо сейчас на экране. Сложно понять, что за движение он делает, так как подача сложная в своем исполнении. Но если посмотреть на самый последний жест, то можно заметить, что это подача, которую в простонародье называют веер либо солнышко. Психологическая уравновешенность. В целом играет спокойно, как и любой человек может проявлять эмоции, но чаще всего положительные и в основном в матчах с Владиславом Климом. Что ж, вот мы и узнали, как это делает Николай Корниенко. По традиции, пишите в комментариях, если хотите узнать, как это делает любой другой игрок сетки Кап. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Пока-пока!